В Астану продолжают прибывать международные наблюдатели. В завершении дня члены Центральной избирательной комиссии провели ряд встреч с делегациями от Тюркпа и Китайской Народной Республики. Председатель Центра избиркома Куандык Турганкулов проинформировал об окончании трех этапов предвыборной кампании. Это выдвижение кандидатов, их регистрация и агитация. Глава ЦИК также сообщил, что ровно в полночь начинается день тишины, в течение которого запрещаются любые призывы отдать голос за того или иного кандидата. В свою очередь, представители от стран-членов парламентской ассамблеи тюркоязычных стран отметили, что провели работу со штабами кандидатов на пост президента и далее ознакомятся с ходом подготовки избирательных участков ко дню голосования. Наблюдатели из Китая выразили уверенность в том, что выборы главы государства в Казахстане пройдут в соответствии с международными правилами. Пока мы в избирательных участках не были, сегодня утром мы прилетели. А вот встреча с руководителем штаба и в избирательном комитете нам дает такой панораму, что здесь все подготовлено четко и в рамках международных норм. Мы очень довольны очень хорошей подготовкой к этим выборам. И уверены, что выборы пройдут успешно, демократично, прозрачно.